Австралийка приготовила прыжок винтовой группы. Хороший коэффициент 2,6. Ей не грозит сегодня быть чемпионкой, кстати, даже если бы она прыгнула на 10. Но, скажем, прыжок на 9 позволял рассчитывать на медаль. Но явно, конечно, вот с таким раскрытием, с такой вертикалью на что-то серьезное рассчитывать не приходится. Саманта Милс по-прежнему первая. Пикинс за ней. Джадон Джин